Где брать деньги на выполнение социальных обязательств? Этот вопрос стал одним из главных на Совете депутатов, который прошел онлайн. Из-за введения режима ограничений в связи с пандемией в апреле бюджет Химок не досчитается 250 миллиардов налоговых отчислений. Из 3200 предприятий почти 40% простаивают и не имеют возможности пополнить муниципальную казну. Депутаты внесли ряд изменений в правила землепользования и застройки территорий, подготовили десятки помещений и участков для размещения на аукционе, что поможет сократить бюджетный дефицит. Май не будет лучше апреля, а апрель минус 250. И так как все стоят, никто не работает, ну, бизнесменам эти деньги даже платить неоткуда. Конечно, нам бы очень не хотелось кредитоваться, коллеги. Поэтому, если нам зададут вопрос, что мы сделали для того, чтобы можно было там удержаться и не нарушать свои социальные обязательства, то у нас есть конкретные меры. Хотя бы подготовленное имущество, подготовленная земля. Хотя бы, пусть пока подготовленные. Мы в мае не пойдем на аукцион, коллеги, в июне тоже. Там очень сложные документы. А может быть, мы и летом не выйдем, но мы должны быть подготовлены. Также глава Химок попросил депутатов в полном составе подключиться к волонтерскому движению. Уже около 1500 человек разносят продукты по домам в Химках. 1300 семей обратились за помощью.